Спускаюсь с горы в очередной раз. Посмотрите, какая красота тут. Вообще, все в снегу. Снегу. В этом году снегу море. Вообще очень красиво. Вот эта вот гора там. Вот это вот Торгашинское кладбище. Тут мимо проходим. А вот там внизу город. Город серый, грязный, страшный, а здесь какая красота, все в снегу, на горе, вообще классно, просто классно. А воздух какой чистый здесь, все время, и зимой, и летом вообще, к нам сюда вообще мало что попадает, все туда ветром относит, на город, здесь вообще ничего нет, здесь воздух наичистейший. Ну вот, там вот школа вот серая внизу. Площадка вот там, садик вот цветной, желтый с красненьким. Это детский сад. Все рядом. Вот, пожалуйста. У нас дети тоже внизу спускаются. Ходят и в школу, и в садик. Ну, в общем, классно. Вот такая не удержалась. Очень захотелось показать вам эту красоту всю живописную. Город наш, который, на который вот и идет дым, и все. Все нехорошие. Ну вот. Вот там за горой тоже вот. Что-то там такое. Вот там вот тоже все дачи, дачи, дачи. Столько дач, вообще море прям дач. Там антракт, трасса. Там вот полигон дальше. Туда полигон там. Ну вот такие дела. Ну ладно, все, пока-пока. Спасибо за внимание всем. Всем пока-пока-пока.